большие защитники. 23-й Саша Мартинович. 72-й Мэтью Карл. Бросает ли? И срывает паутину, если она там, конечно, была, хотя вряд ли. Медвещак. Вот и сейчас Уокер шел в обыгрыш и имел возможность того, чтобы отличиться. Но вот бросок опять от Уокера. Тем более, знаете, шайба была такая уходящая. Все вроде правильно делал Бьёрнстранд. В пятку Григоренко шайба угодила. И атака Медвещака. Бросок. Ну и спасение от кошечки. Уфе. Одну шайбу из трех они как раз таки в большинстве забросили. А бросок поворотом, еще один! Потрясающий, невероятный сейф в исполнении Василия Кошечкина. Секунду-другую он выйдет на лед. Давайте еще раз посмотрим вот этот момент. Веске бросил раз, вот этим броском выбил клюшку из рук Василия Кошечкина. Сегодня забросит еще в большинстве. Бёрли. Вышел на лед Карл. И в этот момент вынужден вступать в игру Деканич. Евгений Тимкин здесь схватился с Сашей Мартиновичем. Что-то не понравилось Евгению. Зенов. Платонов потянулся до шайбы, ворота сдвинуты. Мышка не сдвиг ворот. Хотя с другой стороны вел борьбу Фостер с Тимкиным. Нет, даже удаления не будет. Против него Мюррей. Передача на Хабарова. Бросок. Практически в упор от Хабарова последовал. И сейчас уже спас свою команду Деканич. Продолжается атака магнитогорцев. И вновь. Вратарь вырвал команду. Вот видим бросок Хабарова. Хабаров пытался добить. Атака магнитки продолжилась вторым темпом. Деканич, кстати, шайбу не видел. Но сделал все от себя возможное, чтобы шайбу не пустить. Ну там-то и верные товарищи помогли. Готовы были помочь. Видите, Шварни здесь страховал своего вратаря. Шел черед и до Деканич. Молодцы вратари. А теперь гол! За 15 секунд окончания второго периода магнитка удваивает свое преимущество. Ну что ж, 2-0 в начале чемпионата в первом своем выездном матче в КХЛ. И также под 0 они проиграли Витязю. Ух ты! Магнитка чуть было не забила свою третью шайбу. Атака продолжается. Базякин в дальний стреляет! 3-0! Секунды в полном составе Медвещак. Но атака магнитки продолжает.
Филиппа. Еще один бросок. И здесь защитник не пускает шайбу в цель. Еще выстрел, и опять защитник. Шварни там за вратаря играет. Перевод, шайба попадает в клюшку. Смотрите, какую карусель устроили сейчас магнитогорцы и не собираются останавливаться. Ух! Коварш! Бросок, гол! 4-0. Разорвали в пух и прах сейчас оборону Медвещака магнитогорцы. Сейчас сделали магнитогорские хоккеисты. Вот здесь участвуют в этой атаке Катич. Бросок от Мазякина. Шайба вновь приходит в игре. Дальше Мазякин. И передача под бросок Мазякина. Великолепная комбинация магнитогорского металлурга. Очень здорово все сейчас хозяева расчертили своим талантливым пером. 4-0 Сергей Мазякин. После паузы перерыв исключительно на пользу пошел Магнитке. Опасно! Кошечкин